Всем привет! Небольшой обзорчик китайского электрокардиографа Хейко. Значит, полное его название ЭКГ-80А. Производитель. Вот такая вот шильдик на нем. Может, кому будет полезен. Питание 9 вольт. ЭКГ-80А. Так, этот кардиограф ЭКГ-80А Хейко китайского производства оборудован съемной аккумуляторной батареей. Вот такая вот батарейка съемная. Так вот она стегивается. Запись электрокардиограммы осуществляется на диаграммную ленту шириной 5 сантиметров. Пример записи кардиограммы. Это на реальном пациенте у нас в кабинете проводилась запись. Сейчас я так ее разложу. Покажу. В автоматическом режиме включен был фильтр 60 Гц. Качество записи приемлемое. В комплекте с этим кардиографом идет набор кабель отведения 12 кабелей, то есть все грудные отведения, прищепки. Прищепки для стандартных отведений и груши для грудных отведений, 6 груш. Идет блок питания под европейскую розетку с вот таким вот штекером для подключения к кардиографу, для зарядки кардиографа. И все это упаковывается вот такую вот удобную сумку переносную. Все, кардиограф, блок питания, аккумулятор, кабеля. Все помещается в эту сумочку. По поводу размеров аппарата, взял линеечку, чтобы примерно представлять размер. Значит, ну, длину 18 сантиметров, ширина 8,5 и высота 4,5. Что еще? Ширина бумаги. Как я уже сказал, 5 сантиметров. Попробуем включить. Значит, стрелочками переключается отведение. Когда подключаем кабель и появляется сигнал, аппарат сигнализирует о появлении сигнала. Кроме того, можно выбрать язык. Перечень языков. Тут 3 языка: английский, русский и китайский. Все-таки русский у нас остается. Ну, теперь надо подключить пациента к аппарату и посмотреть запись. Аппарат очень компактный, легко помещается в руке. Так вот выглядит в ладошке, буквально как на ладонник, чуть-чуть больше, очень удобно. Брать с собой на вызова, на консультации, осмотр лежащей больницы. Так, это уже на реальном пациенте. Такая вот запись ЭКГ довольно качественная. Так, для интернета снимаю. Что? Обзор снимаю на этот аппарат. Так, это в автоматическом режиме записи. Сильно лучше, чем в прошлый раз.
уміг менше. З кожним разом лучше. Привикає. Вообще ідеально. Так, пишемо на скорості 50, а так привики. Рад дозволяє писати на скорості 25. Ну все, зато закончено за 6. Соединить. Записи. Сьогоднішнє знизу, та вчорашнє, та сьогоднішнє. Сьогоднішня запись чище, менше поміг. Ще ідеально сьогодні записала. По всім відведенням, по всім каналам. Вчорашнє, сьогоднішнє. Очень хороший кардиограф. Первое впечатление положительное. Цена в интернете от 300 долларов и выше. В зависимости от продавца. В Украине около 10 тысяч гривен.